Приветствую вас. На мой взгляд, несколько странно, что вы рассказываете такие интимные личные вещи своей даже не подруге, а всего лишь просто знакомой. На мой взгляд, несколько странно, что именно вы обращаетесь за помощью о своей знакомой, а не она. Не она обращается за помощью, а вы. На мой взгляд, несколько странно, что вы хотите, ну, вы просите, чтобы мы помогли. Но как? Как мы можем помочь, если, к примеру, мы ее элементарно не знаем? Мы ее элементарно не видим. Мы элементарно не в курсе, что она за человек, что с ней происходило и так далее. Только с ваших слов, что в детстве у нее была какая-то травма. Вот. То есть вы ей никак не поможете. Если она не хочет показываться врачу, то это совершенно правильно, потому что... Вы пишете врачу, показывалось, отклонений нет. У нее нет отклонений, в смысле, что она здорова, абсолютно физически. Но вот психологически у нее, конечно, есть серьезная проблема. Это правда. Это так. И очень вам важно понять, что она, это психологическая проблема, она просто так сама по себе не уйдет, не решит. Вот. Это очень важно, чтобы вы поняли этот момент для себя. Очень важно, чтобы вы этот момент для себя выделили и выявили. Вот. То есть, условно говоря, ситуация такова, что это происходит вне сознание вашей знакомой, вот, и как бы все это происходит вне ее сознания, вот. Она действительно получила психологическую травму, вот. И нужно с этой травмой работать, конечно же, вот. Это не та работа, которую можно проводить, во-первых, дистанционно, вот, то есть вот так вот, да, то есть через вас. Это не та работа. А во-вторых, это не та работа, которую можно проводить через, ну, через третьих лиц. К сожалению, опять же. Поэтому, если она вам правда дорога, как вы говорите, вот, то имеет смысл порекомендовать ей обратиться за помощью хотя бы сюда, на наш сайт. Вот, мы ей поможем, мы подкорректируем ее поведение, все сделаем как нужно. Вот. Вот, в принципе, так. Я понимаю прекрасно. Понимаю прекрасно, что чувствую, прекрасно понимаю, что действительно видит во всех, значит, ну, действительно видит во всех людях угрозы, действительно видит во всех какую-то опасность, обидчик и так далее. Ну, вы понимаете, в чем дело? Правда заключается в том, что я не просто так изнасиловал. Вот именно в магазине, вот, как вы пишете, вот,
9 лет. Вот. Ее не просто так начал. Это стало возможным. Именно потому это стало возможным, что она себя так повела, как она себя повела. Вот. То есть с ее стороны было какое-то поведение. Вот. Я не говорю, что она там, к примеру, ну не знаю, что она хотела, чтобы это произошло. Нет. Просто тот, условно говоря, кто ее пытался изнасиловать, тот, кто пытался это сделать, а он, этот товарищ, как бы вам так сказать, он тоже делает не случайно. Он был агрессором, да? Вот. Он был маньяком, да? Он был, в общем, тем, кто причинил вашей знакомой серьезный негатив. Вот. То есть это все так. Но он сделал это, потому что знал, что это, в свою очередь, это возможно с вашей знакомой. А значит, она уже вела себя как жертва, чем и, соответственно, привлекла этого человека. А вот как раз жертвенное поведение, которое имеет место быть, это уже следствие, это уже результат семьи. Это уже результат семьи, результат воспитания. И, соответственно, нужно исследовать, что было в семье у девочки, вот, как к ней относились ее, значит, родители, вот, как они к ней относились, как они ее воспринимали. Чему они ее учили, вот, и почему она не смогла адекватно дать опору тому человеку. Вот. То есть, как правило, есть определенные предпосылки для появления таких ситуаций. Вот. Иногда бывает, что нет, конечно же, в таком случае. Безусловно, нужно работать с травмой и учиться в некотором смысле себя защищать. Ну, то есть, элементарно себя защищать. Элементарно себя защищать. Она боится, что она беспомощна, она чувствует себя беспомощной.
преодолеть беспомощность можно и нужно помочь. Это возможно. То, что вам нужно понять, это то, что это возможно. Это возможно сделать. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Психологи не работают с этими лицами, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы уточнили, какой помощи вы ждете от нас, и уточнили, почему вы делаете это за нее. То есть вы, по сути, ее спасаете. А когда пытаетесь ее успокоить, вы и потакаете к тому же ее такому страху. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи.